10:39 морское время, 31 августа, и приглашаю вас, дорогие мои зрители, на морскую прогулку. Всех приветствую! Ай! Заключительный день лета, завтра осень. Сегодня лето, завтра осень. И даже где-то не верится, и грустно, и весело. И прекрасное настроение всегда, и хочу поделиться с вами этим прекрасным днем, настроением и морским пейзажем. Всех приветствую, дорогие! Штиль. Ну, может, не полнейший, где-то 0,2, 0,22 волнообразования. Чудеснейшая морская погода, как всегда. Спокойная, тихая обстановка. Дорогие мои курортники, зрители. И кто, возможно, первый раз вдруг, да, наткнулся на это прекрасное видео, пожалуйста, присоединяйтесь, подключайтесь. И всем приятного еще летнего настроения. Что-то такое интересное в стаканчике. А, был, возможно, вечер при свечах. Так, давайте прогуляемся, да, со мной. Посмотрим везде, вправо, влево. Оценим и обязательно пощупаем море, да. Тут орешка с вами, дорогие. Прекрасное настроение. Так, ну что, сразу мы, да, по машинкам, автопарку отеля Мальта смотрим. Вот уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 машинок остается у нас на стояночке. Ну, есть здесь еще. В общем, не густо. Конечно, школы, работы у многих, это все понятно. И волейбольная площадочка скучает. Сетка целая, это мы так закидывали для пляжного футбола здесь, на площадке. Злате привет, Злата вчера уже собралась и, возможно, уже дома. Так, очень понравился футбол девчонкам. Вот, возможно, впервые в жизни девчонки поиграли. Даже многие путали волейбол с футболом. Вот, видите как. И для себя открывают новое, интересное. И наверняка на следующий год будут ждать лета и приедут сюда на отдых. Грустновастенько, да, что лето проходит, а приятно, что, ну вот, сезон ровненько, нормально, все чудесно прошел, проходит. Ну, отдыхающие еще будут, сентябрь, персонал тут, да, Кирюша, мы ждем. У кого еще получается, пожалуйста, мы на месте все. Погода комфортная, цветочки, видите, расцветают еще у нас. Правда, земля надо чуть-чуть подлить, суховастенькая. Я окунулся, коса песочная, коврик есть 100 метров от нашего пляжа. И не глубоко, где-то, ну, 1,50 м также. Я сегодня занырнул с удовольствием. Это просто прелесть. Подойдем ближе к морю, посмотрим. Температура плюс 30, я оцениваю, в тени, ну и под 50 на солнце. Так что температура летняя, настоящая. И спокойное, тихое море нас радует. Мне, конечно, комфортнее такое больше море, вот спокойное. Оно всегда хорошее, приятное, классное. Ну, говорят, много медуз. Есть медузы. Ну что, ну вот посмотрим сейчас. Возможно, пока не подальше. И слоеный пирожок получается. Пирожное где-то поглубже, вот я оценивал сегодня, была более теплая вода морская. Верхний слой морской воды был прохладненький с утреца так. Ну и солнце подогреет, конечно, верхние слои. Кефалька у наших берегов. И анчоусики также стайками ходят. Анчусики, ставритки, тавритки. Так что рыбка есть. Дельфины
это любят время также, но пока замечены не были. Обычно в 6 утра, утром, хотя бывает вечером. Вот так. Детишек видно, да, все меньше, меньше, меньше. Вот, передают нам привет наши отдыхающие. Так, Мукачево, так. Мы знакомились, да, встречаемся. Мы уже здесь друг друга знаем, да, получается. Ну, такая семья, это, ну, и так знали, но чем меньше получается у нас, тем мы дружнее становимся. Миша Рапанолов, вот я открою секрет. Вчера Миша угостил порцией рапанов, собственноручно сделанных, все свеженькие, морские, и просто супер. Так, меня Лина позвала, сейчас иду одну секунду, хотел вот буквально пару слов. Вчера Миша наловил около 100 штук рапанов, около сотни, представляете? Ну и большие, только большие брал. Миша говорит, мелких не брал, представляю тогда, сколько их там было. Вот мы сейчас познакомимся. Добрый день. Рапанный день сегодня, Миша, да? Сейчас иду одеваться. Да, о! Мы это сделаем фильм по этому поводу, да, сейчас мы. Я думаю, ну сегодня улов будет. Вчера около сотни было, да, Миша? Да, 9 килограмм. 9 килограмм. Вы прямо тут на берегу их разделываете, да, получается, ракушки? Не, ракушки на берегу оставляю. Там где-то подальше, да, я представляю, сколько сейчас будет желающих за сувенирами. Хорошо, ну вы по времени, да, скажете, я буду хорошо. Здесь, мне интересно. Хорошо. Я думаю, сегодня улов будет покруче. Хорошо. Как отдых, 20 слов, да. Вы уже знаете, где, да, можно отличный. Увидеть? Да, второй год отдыхаем, супер. Очень понравилось, именно здесь. Ну и передайте привет своим знакомым, я знаю, там. Да, Владу привет, Алене тоже. Владу, Алене, вот да. Супер. Они где? Пускай завидуют, в Киеве. Киеву, Киеву, привет. Но вы говорили, Ужгород у вас или Мукачево? Мукачево, да. Ну и Мукачево также передаем. Да. Мукачево, привет. Так, все, ждем ваш заплыв за рапанами. Ой, ну температура морской воды я оцениваю сегодня плюс 24, так. Температура морской воды все теплеет и теплеет. Так, бегу, сейчас одну секунду и продолжу. Все, благодарю, отлично, дальше. Вот. Хорошие новости сразу я поделюсь, что пока Орешек здесь, также мне приятно, что администрация так идет навстречу. Тут надо много чего надо, помощи, поддержки, конечно, не только моральной, но и физической. Понимаете, сезон, сезоном много всего надо подвинуть, это и холодильники, столы, стулья, что-то протереть, что-то замариновать, как говорится, законсервировать на зиму. Поэтому это здорово. И также это мои такие традиции, мне это нравится, ну, бархатный сезон, ну, это ж. Так что вот такой морская прогулка, морской репортаж от Орешка очередной, я думаю, интересный, да, общение с живыми людьми, интервью, ну, это все супер, причем все онлайн-режим. Я вообще вот скажу, по секрету, ну, какому там секрету, что ничего так не вырезается у меня, не забирается, поэтому все вот как получается, так и есть. И давайте еще вспомним, тут, коль я уже коснулся этой темы курортного, когда я делал прогулку, посмотрите видео, подошел к морским игрушкам, помните, да? Но встреча так, себе, с холодцом, да, с прохладкой, ну и были там слова, такие тоже не очень для меня приятные. Я еще даже, честно говоря, думал их подрезать, вырезать, потому что, ну так бывает на эмоциях, там, ребята так вырвалось, возможно. Ну, я оставил слова все так. И 50 на 50 у романтики, вспомните, охранники тоже два слова сказали. Поэтому и тоже я думал, как бы в мой адрес не совсем это приятные слова, правда? Многие их слышали, причем мы вот тут общались, да, поэтому я стараюсь так, как есть, вот по чесноку, я привык тоже, и пытаюсь так в своих видео показывать, как есть, не все хвалят, причем, видите, как, бывает по-разному, я поэтому и спрашиваю еще тоже в своих интервью, а что не так, поэтому смотрите тоже, просмотрите, если вам не сложно, есть время, мои видео, которые были до, тут общение, интервью. Вот,
Елена из Харькова также, посмотрите, у бассейна там в центре интервью наше, какие есть там нюансы. Тоже это все живое. Думаю, это и привлекает моих зрителей к подписке, лайкам и просмотрам. Хорошо, Орешка с вами, вот так на чистоту, да, с любовью и душой я стараюсь, чтобы было все красиво и правильно. Правда? Ну и комментарии тоже пишите, говорите, мне так очень нравится. Многие мне пишут лично, в Вайбер, там, в другие, и говорят, ну, тут напишите тоже под видео. Для Ютуба это важно также, для развития. Ну, здесь, на этой страничке, не все в Фейсбуке, не все там в Одноклассниках, ВКонтакте. Это мне бы хотелось так, чтобы картина была общая, понятна всем и для всех. Да. Ну и Тимофей вот также настроение. Сейчас мы узнаем, настроение у нас как? Хорошее. Отлично. Доброе утро. Сезон потихоньку подходит. Да. Заключительный день, лето. Финал. Да, в школу завтра мы школьную линейку. Проводим. На 11:00 школьная линеечка. У нас тут сбор. Главный учитель Андрея. Точно. По физкультуре, танцам и музыке. Да, точно. Супер. Так что, Кирилл, да, можно без галстука. Да, можно в купальничке. Так что. Прекрасная обстановка. Так что, пожалуйста, приглашаю. Ну, на 11, возможно, и на 12. Так, это традиция тоже. У меня есть звонок, колокольчик школьный. Запустим. Так что будет... Все интересно. И музыка. И, ну, видели, школьницы есть у нас. Ульяна, Полина. Да, так что всем передаем морское. Ну и уже так, с легонца чуть-чуть, школьный осенний привет с берегов Черного моря, Бугас, Затока, Будакская коса, отель Мальта. До следующих репортажей, да, дорогие. Счастливо. И небо. Легкая облачность есть. Есть. А облака, как белогривые лошадки. И солнышко. А, чудесное. Давайте, дорогие, Орешка, с вами.